Гидрометцентр дал прогноз погоды на 7 января. Температура воздуха в Украине продолжит снижаться. Средняя температура воздуха днем составит от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза. Средняя температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза. Местами возможен мелкий снег. А сейчас более точно рассмотрим погоду в регионах Украины. В Ужгороде ночью от минус 5 до минус 7 градусов, днем от 0 до 2 градусов тепла. Во Львове ночью от минус 4 до минус 6 градусов, днем от 0 до 2 градусов. В Ивано-Франковске ночью от минус 2 до минус 4, днем от 0 до минус 2 градусов. В Черновцах ночью от минус 2 до минус 4, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Луцке ночью от минус 3 до минус 5 градусов, днем от 0 до минус 2. В Тернополе ночью от минус 2 до минус 4, днем от 0 до минус 2. В Ровном ночью от минус 2 до минус 4, днем от 0 до минус 2. В Хмельницком ночью от минус 2 до минус 4, днем от 0 до минус 2 градусов. В Житомире ночью от 0 до минус 2, днем от 0 до минус 2 градусов. В Виннице ночью от минус 1 до минус 3 градусов, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Одессе ночью от 0 до 2 градусов, днем от 2 до 4 градусов тепла. В Николаеве ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от 1 до 3 градусов тепла. В Херсоне ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от 1 до 3 градусов тепла. В Симферополе ночью от 4 до 6 градусов, днем от 4 до 6 градусов тепла. В Черкасах ночью от минус 1 до минус 3 градусов, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Кропивницком ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Запорожье ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от 1 до 3 градусов тепла. В Днепре ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от 1 до 3 градусов тепла. В Донецке ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от 1 до 3 градусов тепла. В Луганске ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от 1 до 3 градусов тепла. В Полтаве ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Харькове ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Сумах ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Чернигове ночью от минус 1 до 1 градуса, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. В Киеве ночью от минус 1 до минус 3 градусов, днем от минус 1 до 1 градуса тепла. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних актуальных событий. Ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать последние новости.